Свадьба – это буря эмоций. Обожаю вести свадьбы, потому что это мероприятие с самой яркой палитрой чувств, самой большой амплитудой и динамикой эмоций. Ведущий проживает с гостями и сентиментальность свадебной церемонии, и торжественность поздравительных речей, и романтику первого танца, и, конечно же, слезы счастья, и безудержное веселье яркого красочного финала. Меня зовут Никита Макаров, я телеведущий, и я провожу свадьбы с 2005 года. Я знаю о свадьбах все. И современные фишки, и модные интерактивы, и, конечно же, классические традиции. Мне очень нравятся сложные проекты, когда мы с вами можем разработать что-то уникальное, что-то новое. Я с удовольствием веду свадьбы на английском языке. Я проводил свадьбы и в России, и за рубежом, на побережье и в горах, для австрийской, ирландской, корейской и для многих других пар. Я знаю, чего хотят мои клиенты. Они не хотят гиперактивного ведущего. Они не любят, когда их и их гостей дергают каждую минуту. Я, как профессионал, прекрасно знаю, что гостям нужно дать возможность расслабиться, пообщаться, покушать. Но чуть повисла пауза, я тут же появляюсь и увлекаю их ко всеобщему веселью. Если вы ищете высокопрофессионального ведущего для вашего мероприятия, если вы ищете человека, которому вы бы смогли доверить ваше самое сокровенное событие в жизни, обращайтесь. Я с удовольствием помогу вам организовать этот уникальный проект.